Основной целью внесения изменений в закон об акционерных обществах является введение норм, регулирующих основания и порядок ведения внешнего управления в обществах, допустивших нарушение требований охраны недр, экологической и промышленной безопасности, создающих непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ. Этот закон о внешнем управлении, который уже внесли изменения, вот президент подписал по данный закон, должен именно регулировать те моменты, которые, вот, скажем, горнорудные компании оставляют после себя. Это вот, чтобы не было в дальнейшем экологических, скажем, проблем, экологических ситуаций, так как эти компании, они отработали свое и уедут. А нам здесь жить, соответственно, и надо как-то вот эти последственные моменты уже в более таком в регулирующем порядке, да. Между тем, Октябрьский районный суд Бишкека вынес решение о взыскании с Кумтор Голд Компани в пользу государства более 260 миллиардов сомов, а также государственную пошлину в размере 1 миллиарда 308 миллионов 653 тысяч 370 сомов. Фемида признала действия закрытого акционерного общества по складированию отходов на ледниках Давыдов-Лысы при разработке золоторудного месторождения Кумтор незаконными. Он удавающий отрасли. Связан с природой, поэтому экологические последствия большие. Поэтому каждый раз проект детально изучается, потом утверждается и соблюдает правила безопасности. Ледники играют очень важную роль в экосистеме и являются источником запаса воды, из-за чего многие страны мира на законодательном уровне охраняют их. На сегодняшний день компания «Кумтор» вывезла на ледники более миллиарда пустой породы. Эксперты рассказывают, что из-за этого более 180 миллионов кубов ледников пришли в негодность. Там очень большой объем образуется карьерных вод. Воды вот из-под карьера текут, из карьеры вытекают, из-под отвалов. А отвалы пустой породы, это же оголенная порода, там очень много, там вся таблица Менделеева, там тяжелые металлы, там сульфаты. Вот там, кроме того, что вот и взрывные работы, там нитраты, там всегда идет повышенное, значит, это содержание ПДК нитратов, сульфатов, там металлов. Между тем, эксперты рассказывают, что это не какое-либо преследование или же государственная кампания против Кумтора. Это лишь меры, предпринимаемые для сохранения природы. Отметим, изменения в закон об акционерных обществах коснется все горнорудные компании, а международный инвестор будет уверен, что в Кыргызстане законы работают во благо как инвестора, так и самого государства. Достан Касканов, Азамат Кудыртоктоев, АЛАТО 24.